Американцы должны уйти. Правительство Пакистана потребовало от военного руководства США покинуть авиабазу Шамси на юго-западе страны. Об этом заявили представители премьер-министра республики. Пентагону дали 15 дней. До сегодняшнего момента на базе находилась эскадрилья американских ударных беспилотных самолетов, которые использовались в операциях против мятежников в соседнем Афганистане. Кроме того, официальный Исламабад уже закрыл маршрут, по которому ранее доставлялись военные грузы для войск НАТО. Причина таких жестких действий – события в одной из приграничных провинций на север западе Пакистана. Сутки назад натовская авиация обстреляла один из блокпостов. Были убиты 28 солдат местного гарнизона. Официально Вашингтон выразил соболезнования семьям погибших и обещал в кратчайшие сроки расследовать обстоятельства трагедии.